Приветствую, меня зовут Никола, я француз. Сегодня я представляю вам с гордостью маленькую часть нашей культуры, французской культуры. Знаете ли вы, что самое вкусное вино в мире именно из Франции? Конечно же, знаете. Хотя, честно говоря, у нас еще спорят о том, где именно производят самые лучшие, самые вкусные вино земли. В Аквитании или в Бургундии? Ведь в Бургундии самые дорогие бутылки в мире. Зато в Аквитании Сотемильон. И много песен об этом. Тем не менее, в Бургундии есть также отличные песни о вине. И даже один замечательный, энергичный танец – турдюн. К сожалению, нам не хватает навыков танца, чтобы вам показать, с каким вдохновением у нас танцевали его в 15 веке. Тем не менее, у этого танца великий текст. Этот текст, написан Пьером Атеньо, описывает девушку, которая вкусила вино Клере. Но так как от Клере ее голова кружится, она, будучи мудрой, решила пить только Анжу или Арго, то есть вино из Анжу или из Арго. Роль той девушки, у которой голова кружится, исполняет Клеменс. Это я! А что касается вашего покорного слуги, которого зовут Никола, я взял на себе роль баритона, который попытается уравновесить этот музыкальный хаос и призывает, пусть ни одной капли не останется. Все мы французы, все мы студенты, все мы поем турдюн в России. Quand je bois du vin clairé, ami, tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois un jour ou à moi. Quand je bois du vin clairé, ami, tout tourne, 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 tourne. Aussi désormais je bois un jour ou à moi. Chantons et le chantons, Chantons et le chantons, sauf le bon faisons la guerre, à ce flacon faisons la guerre.